едешь по тем дорогам, по которым мы с вами едем, это случай, просто жуткая пробка была на основной дороге. А так как Басом знает все дороги в Израиле с закрытыми глазами, он быстренько свернул на эту дорогу через кибуц. Так что, дорогие мои, вот перед вами деревня Аляна Турель. Никаких прекрас. Вот так живут в кибуце. Жарко было, коробочка.